уведомить о выборе вида разрешенного использования можно через год. То есть человеку дается целый год для того, чтобы подумать и принять решение, чем он будет заниматься. При этом, если этот вид разрешенного использования по каким-то причинам не может быть принят органом местного, ну, по закону, да, то еще дается 3 месяца для того, чтобы исправить, да, соответственно. И, как я уже ранее говорил, декларация составляется по истечении 3 лет. То есть там описывается, что ты в конечном итоге делал.